Мы наблюдаем двор перед концом нашего музейного осмотра. Мы смотрим вот этот двор и еще раз проходим весь путь мысленно. Вот мы вошли в том конце, сделали по периметру большой-большой круг и возвращаемся. Посмотрели ломбардское искусство. Потом искусство средневековья, Италии, объединенная Италия и уже современное искусство. Здесь вот буфет, очень вкусно пахнет кофе, люди отдыхают и идут спешным потоком наслаждаться искусством. Алина наша снимает фильм. Туфлях на каблуках, в крушеном платье.